Они должны квалифицированно обозначить эти потребности, понимаете? Потому что, ну, с позиции просто чиновника, так сказать, государственного служащего, особенно если он не глубоко не погружен в тему какую-то научную, трудно это сформулировать. Поэтому, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да, вот ученые должны, видимо, это сформулировать. А мы готовы это поддержать, подсказать, там, как это лучше сделать и так далее.